И о спорте в завершении выпуска. В Ростове-на-Дону прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяги. В весовой категории до 67,5 килограммов среди юношей победу одержал воспитанник специализированной детско-юношеской спортшколы Эльбрусского района Марат Курданов. Сейчас молодой чемпион занимается пауэрлифтингом во Владикавказе под руководством тренера Урузмага Медренова. Марат Курданов показал в сумме... показал в сумме троеборья результат 397,5 килограммов. Жим лежа 90 килограммов, становая тяга 172,5, приседания 135 килограммов.